Приехали мы на утиную охоту. Да, Грета, иди сюда. А, Грета. Чего, шорох, не догнать, что ли, ее? Какая красавица. Шорох по сравнению с ней какой-то маленький-маленький смотрится. Ему год. А ей, наверное, 3 или 4. Год и 2 месяца, наверное. Июньский или июльский шорох, не помню. Ладно. Одеваюсь и пойдем мы в ручей. Все, сейчас кого-то найдет. Охотника, наверное. Че, морда чумазая, иди ищи давай. Грета по камышам шарится, уток поднимает. Ну-ка. Прыгает. Чего? Есть тут зверь-то какой? Нет. Тут от асфальта ручей у нас идет. Вон та опора 110 киловольт, которая... Там вода по пояс почти. Как бы туда я саму, наверное, не полезу. Где-нибудь в сторонке постою. Кого-то нашли. А кого нашли, непонятно. Что вы тут нашли? Угу. Зверь тут какой-то есть, да? Перья нашли. Ищи, ищи, давай, ищи. Ходить неловко. Воды пока он по колено, выше даже местами. Чего ты сегодня вообще никуда не идешь от меня? Устал пес, наверное, лева поболит у него. Он молодец тоже. Иди, Грете, помогай. Ай дайте, никто не говорил, что легко будет. Молодец. Будем выбираться отсюда, залезли куда-то. По самые эти, по самый патронтаж. Шорох, айда. Чё, Грета, кто-то есть, да, тут?
Молодец. В одного, да. Первое знакомство. И сразу же зверя, да, взял. Молодец. Вот перышки, да, Грета, от утки. Кто-то утку съел. Или расклевал, или съел. А где я здесь, наверное, встану? Собакам кочки есть здесь сидеть. На сухом. Жарко. Идти очень тяжело. Топка. Топка, топка. Вон там, не знаю, сейчас приближу, видно, не видно будет. Табунчик полетел. Так, они сейчас, похоже, ко мне прилетят. Хотя нет, их я уже так. Нет, ко мне летят. Ладно. Белые гуси летят. Так, шорох себе нашел сухое место. Грета еще не очень. Да, шорох. Вот такая вот. Надеюсь, сюда утка полетит. Ну, если не полетит, то мы уже находились от души. По крайней мере, я и шорох. Грета реже на охоте бывает.